При проведении расчистки автодороги произошел несчастный случай. В реку Аварское-Кайсу упал трактор вместе с водителем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Трагедия произошла на 73-м километре автодороги Шамильский район Тлярата, когда проводились плановые дорожные взрывные ремонтные работы. В настоящее время силами местного населения ведутся поиски тракториста в русле реки. На место направлены спасатели Шамильской патрульно-постовой службы в составе 4 человек и 1 единицы техники. Личность тракториста уточняется.